В один из дней командно-штабных учений бригады пожарной части Кубань-Спаса скорой медицинской помощи отрабатывали комплекс мероприятий на предприятии молочный комбинат «Лабинский». По легенде, здесь случился выброс химически опасных веществ. На молочном комбинате отрабатывались действия по ликвидации и недопущению распространения облака аммиака на население. Все наши службы постоянной готовности в основном отрабатывали вводные, это наша пожарная часть номер 40, отрабатывала для того, чтобы локализовать очаг аммиака. Все остальные службы были в готовности, значит, по отключению газа, электроэнергии, а также служба Кубань-Спаса была в готовности, так скажем, если человек пострадал от аммиака, оказать первую помощь и вынести из очага поражения для оказания скорой помощи. По требованию ситуации осуществили эвакуацию работников молкомбината. В ходе учений отработали вопросы оповещения, своевременного приема сигналов, предоставления решений и донесений в штаб руководства, соответствие всей документации. Также в рамках командно-штабных учений комиссия проверила готовность передвижного пункта временного размещения людей. Рассчитан он на 100 человек. Товарищ председатель комиссии, казачий, добровольный. Аварийно-спасательный отряд Лабинского районного казачьего общества построен. В учениях ежегодно задействован казачий аварийно-спасательный отряд. Сегодня 10 казаков отряда принимают участие вот в этих учениях. Наша задача — развернуть пункт базирования. Вот видите, штабная палатка здесь, вот кухня. И дальше мы ждем вводных задач, которые перед нами поставят руководство учений. В случае чрезвычайной ситуации в передвижном пункте эвакуированному населению предоставляются палатки со спальными принадлежностями и горячее питание. Все службы сработали вовремя. Замечаний со стороны комиссии не было. Оценка отлична. Татьяна Чистова, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».